Ребят, всех приветствую еще разочек. Сегодня ко мне прибыла посылочка. Сейчас я вам покажу, чем я буду бриться в ближайшее время. Но перед этим хочу вам похвастаться. Вы смотрите, какую штуку мне подарил Леша. Вот такая интересная футляр. Ну, вы знаете, это французы делают, это ихняя тема. И он интересен тем, что он такой вот двухъярусный. Это орех. Его покрыли, Алексей говорит, что покрыли пропиткой. Ну, я так смотрю, мне такое ощущение, что все-таки он покрыт еще каким-то лаком. Ну, я могу ошибаться. Вот это вот так вот выглядит. Все в отличном состоянии. И я затем, не знаю, надо будет связаться как-то с Максимом. Ну, связаться-то я знаю как, и сейчас вся проблема с оплатой. И заказать у него два кусочка хорошей кожи. Вот здесь надо поклеить кусочек кожи и с другой стороны. Вот такой вот красивый футляр. И он еще в кожаном, в свою очередь, чехле вот такой. Вот, можете меня поздравить. Такая вот классная вещица. Буду хранить пока. Здесь две француженки, у меня есть две бритвы, вы знаете их. Они как раз сюда пойдут. Итак, теперь возвращаясь к мылу, о котором я говорил, английского. Вот такое мыло. Sandalwood, это у нас Shaving Soap. И зовется это у нас GeoF Трамперс. Вот такой вот интересный производитель. Это Англия. Сейчас я посмотрю, как здесь с резкостью. Вот так, пожалуй, будет лучше. Вот такой вот интересный расходничек. Сейчас я открою. Секундочку. Выглядит это следующим образом. Такая коробочка. А в ней еще одна коробочка. Вот так вот это выглядит. А в свою очередь в этой коробочке вот находится такая красивая деревянная чаша. Цвет мыла, вот такой, видите, топленого молока, что ли, ну, крем, красивый такой крем. Он, мыло это еще запаяно, в такой вот пленочке, но оно уже издает очень любопытный аромат. Внутри вот так выглядит сама деревянная чаша мыльница. И второе, что у меня еще, чем я тут обзавелся, это Simpson, а также Sandalwood, и здесь у нас пришив. Да, давайте так вот, чтобы было кому интересно, почитайте состав. Я потом почитаю все это для себя тоже. Вот я надеюсь, здесь все прекрасно видно. И сейчас я открою. Вот здесь находится вот такой пузыречек. Возможно, он у кого-то есть, этот пришив масляный. Опять же, сейчас попробую навести резкость. Ага, вот здесь, пожалуй, вы разберетесь, прочтете, кому будет любопытно. А касаемо мыла, я не показал, сейчас покажу состав. Химический состав данного мыла. Так, здесь похожая история у нас, да? Очень старый бренд, на самом деле. Я о нем кое-что уже прочел. А вот на оборотной стороне таким образом выглядит коробочка.
Так, и похоже, состав у нас вот здесь находится. Ну-ка, смотрим. Резкость наводим. Да. Вот, ребят, тоже почитайте. Кому будет любопытно, интересно, сделайте паузу. Здесь все достаточно резко. То есть прочесть можно. Ну и сама вот такая коробочка любопытная. Трамперс. Геал. Вес составляет 80 грамм, а стоит недешево. И вообще, на все это меня сподвиг Александр Ярославцев, Саша, мое почтение. И он говорит мне: слушай, ну давай, может быть, еще что-нибудь из английских мыл и так далее, а попробуешь. Ну, я подумал, почему нет. И хоть мой по сегодняшний день любимый бренд это Truffit & Hill, но, может быть, я для себя открою еще что-то. А по цене это, в принципе, где-то так и стоит. То есть, по факту, чуточку дешевле, но здесь вес меньше. Если у Truffit там 99 грамм, здесь 80. То есть, на 20 грамм меньше и дешевле, по-моему, где-то в районе... Да, дешевле где-то на рублей 400. Вот такая вот баночка. Очень интересно и очень любопытный аромат. Но об аромате я вам потом расскажу. Сейчас еще здесь вот она запаяна, это бутылочка. Интересно, как здесь с запахом. Ну вот, мне нравится то, что хоть производители разные, но аромат, вот этот сандалвуд, достаточно схож и перекликается. Это не то, что у меня, если говорить о ветивере. У одних он один запах, у других совершенно другой, у третьих вообще другой. Итак, вот такие предметы будут у меня в ближайшее время. Я как раз свой новенький Телеховом, ну, новенький, 170 лет минимум, продемонстрирую, и мы это дело испытаем. То есть будет такое чисто английское бритье. На этом, пожалуй, все. Ребят, всех благ. Ну, и я надеюсь, скоро увидимся. Пока.